Ну-ка, скажи мне, 15 тысяч человек. Это много или мало? Открывайте вагоны! Не говори ничего. Для одного участка фронта это может быть и много. А для страны? Мне нужен Котов, капитан. Где он находится? Цитадели! Это пекло, это мясорубка! Это настоящая фабрика смерти! За руку, Котов! На примере этих 15 тысяч мы дадим урок остальным миллионам. Заставим их проснуться и понять, что у нас только одна дорога. Дорога к победе. Вперед! Вперед, Куга! Вперед! Почему без команды? Я рассказал Марусе, как ты их всех предал. Что? Маруся знает о твоих показаниях против нее. Она жива? Жива. Еще как жива. Как ты вообще смел сюда прийти? Ты, который в ад меня бросил, который дочь нашу предал и убил. Это будет страшная атака, я согласен. Никаких приказов ставки не будет, Котов. Ни письменных, ни устных. Всю операцию, Котов, ты возьмешь на себя.